Новогодние скидки в Дарник Оптика на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатна. Дарник Оптика, Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Щедрая новогодняя распродажа в ювелирных магазинах у Золотой горы. Золотые украшения 585 пробы от 3500 рублей за грамм. Приходите и сами удивитесь. У Золотой горы. Ездили в экспедиции, учили песни, танцы, игры, пляски. И в то время уже, вот как раз вот уже в 1988 году, в сентябре, впервые здесь провели вечерку, так называемую. Тогда еще никто нигде в стране не проводил вечерки. Что это такое, никто не знал, и мы тоже не знали. Ну, вот в литературе читали, что были такие вечерки. И решили проводить вечерки. Вот с тех пор здесь проводились вечерки, так скажем, они больше 30 лет здесь проводились. Все желающие могли прийти и поучаствовать в хороводах, в танцах, поучить какие-то песни простые, в театральных каких-то действиях, народный театр, там еще что-то. Ну, она очень большая, это традиционная культура, там много разных жанров. Вот. И так, собственно, дом и жил до 2017 года, когда вот здесь было учреждение культуры до 2017 года. А в 2017 году администрация расформировала учреждение культуры такое, которое специализировалось на традиционной культуре. Уже 20 лет существовал здесь ансамбль «Воля», фольклорный семейный ансамбль «Воля», который занимался изучением казачьих традиций конкретно. Когда уже дом перешел в собственность администрации, мы уже перестали здесь собираться, так скажем, а просто уже топим, прибираемся здесь, как-то вот так вот наводим порядок. В 2020 году проводили обследование дома, там, обмеры и прочее. Дальше вот таких вот предварительных работ, собственно, никуда дело не пошло. И до сих пор еще нет проекта реставрации, как бы нет решения, что здесь разместиться после, так скажем, под что проектировать, так скажем. Для того, чтобы его реставрировать, нужно сначала проект реставрации сделать. А без этого приступать к каким-то работам законом не разрешено. Поэтому даже если он выиграет, я думаю, вряд ли его отреставрируют. Ну, а если вдруг отреставрируют, что бы здесь хотелось, чтобы было в этом доме? Ну, у нас есть свой проект, в принципе, так скажем. У нас есть свой проект. Здесь разместить центр традиционной культуры именно с такой частью экспозиционной, где можно ходить и смотреть эти предметы, так скажем. Ну, типа музея, так скажем. Как музей, так скажем. Можно посмотреть, там экскурсовод может проведет, там расскажет, что идеи, как. С какими-то тематическими вечерами, там, допустим, школьников водить, чтобы для того, чтобы знакомить их вот как раз с нашей старой культурой, школьников можно приводить. У нас много специалистов, много кто чего умеет, много кто чего знает.